Дорогие друзья, а сейчас вас приветствует творческий студенческий коллектив студенческого клуба МГТУ. Приветствуем! Добрый день! Политехники образца 2011 года! Я Зевс, бог грома и молнии, рад приветствовать вас у стен Нижегородского государственного технического университета имени великого изобретателя Ростислава Евгеньевича Алексеева. Нижегородский политех славится своими выпускниками, такими как Агеев, Африкантов и многие-многие другие. Дорогие друзья, я много лет наблюдал за этими физиками и изобретателями и всегда удивлялся их инженерной смекалке. Хочу и с вами поделиться этим. Для этого я призываю могущие силы всего мира для того, чтобы перенести сейчас в каменный век. Дорогие друзья, именно с помощью инженерной мысли эти юные инженеры добыли впервые для людей огонь. Но не простой огонь, а огонь знаний. Этот огонь будет вас согревать на всем протяжении ваших учебных лет. Ну что ж, дорогие друзья, крутим колесо истории и перемещаемся в Сиракузы, где жил и творил сам великий Архимед, родоначальник всех физик, химик и геометрик. Я Архимед. Рад приветствовать вас, абитуриенты, которые решили связать свою судьбу с инженерной деятельностью и другими интересными профессиями. Я просто обязан убедиться в вашей искренности и серьезности ваших намерений. Поэтому вам необходимо произнести клятву политехников. Итак, подвести ко мне юнцов будущего технического, научного и инновационного прогресса. Поаплодируйте им, это абитуриенты такие же, как и вы. Итак, клятва. Клянусь занимать активную жизненную и гражданскую позиции, достойные звания студента политехника и принимать участие в студенческой жизни университета. Клянусь чтить и приумножать славные традиции нашего университета, нести эстафету научно-технического и социального прогресса, врученную нам старшим поколением политехников. Давайте все поддерживаем. Осознавание, что главное для студента учеба, клянусь самоотверженно трудиться,
осваивая выбранную профессию и сосредоточить свое внимание на качестве подготовки и творческом отношении к избранной специальности, приумножая результаты научных школ университета. Клянусь соответствовать высоким стандартам выбранной мною профессии, развивать свои нравственные качества, общеобразовательный уровень и культуру поведения. Ну что же, уважаемые первокурсники, после того, как вы приняли клятву, настоящую клятву политехников, я хочу вручить вам символический ключ от нашего университета. Он распахнет для вас все двери Нижегородского политеха, лучшего вуза земли! Уважаемые первокурсники, теперь Нижегородский политех ваш! Спасибо тебе, о великий Архимед! Стойте, не уходите! Сейчас мы перенесемся в 17 век, где жил сам сэр Исаак Ньютон. Здравствуйте, друзья мои! Все знают, что простое яблоко помогло совершить невеликие открытия. Я хочу, чтобы этот лук помог и вам стать мудрее. Держите, держите. Мои труды стали известны во всем мире благодаря моим ученикам и последователям. Преемственность поколений очень важна в каждом деле. И поэтому я приглашаю сюда людей, которые внесли огромный вклад в развитие науки и технического университета в различные периоды его существования. И я приглашаю сюда профессора, доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой прикладная математика Митюкова Сергея Николаевича. Выпускника 2011 года, лауреата стипендии президента Российской Федерации, победителя всероссийских конкурсов, молодого научного сотрудника Борисова Сергея. Выпускница, закончившую золотой медалью наш технический лицей номер 38, Слобожанову Татьяну. Вам слово, настоящие и будущие созидатели инженерных трудов. Дорогие друзья, разрешите от имени профессорско-преподавательского состава нашего замечательного университета поздравить вас с вашим праздником. Сегодня вы вступили в новый путь. Это замечательная пора, пора студенчества, где вы встретите ваших наставников, ваших друзей. Действительно, вы сделали правильный выбор, поступив в наш университет. Наш вуз является кузницей кадров для промышленности страны и региона. И переход России на инновационный путь невозможен без подготовки высокопрофессиональных специалистов инженерно-технического профиля. Именно такую подготовку вы получите в нашем вузе по целому ряду направлений и специальностей. Для этого у нас есть все. И высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, и просторные аудитории, и научные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, и спортивные залы, и общежития, и база отдыха, и много-много других атрибутов, необходимых для студенческой жизни. Мы, преподаватели, готовы отдать вам всю свою душу, все наши знания, но этого может оказаться недостаточно. Есть английская пословица: можно подвести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. Ваш успех в ваших руках. Я желаю вам
быть успешными. Для того, чтобы стать успешными, нужно много трудиться. В добрый путь! Здравствуйте, уважаемый Григорий Алексеевич, Сергей Михайлович, профессорско-преподавательский состав Технического университета и, конечно, дорогие первокурсники. Сегодня мне выпала огромная честь приветствовать вас на этом замечательном собрании, как именного стипендиата президента Российской Федерации. Этой высокой награды я был удостоен за активное участие как в научной, учебной, так и творческой жизни нашего университета. Что хотелось бы сегодня вам пожелать? Сегодня вы становитесь студентами одного из лучших вузов не только Нижнего Новгорода, но и всей Российской Федерации. Мы, выпускники 2011 года, надеемся, что вы примете от нас эстафету и будете активно участвовать в жизни родного вуза, приумножать его славные традиции, совершать научные открытия, а также активно будете участвовать в жизни университета. Сергей Николаевич сказал сегодня, что в нашем вузе созданы все условия для научной и учебной жизни. Но ведь поступление в университет – это не только новый виток учебы, но это и новая общественная жизнь, и новые знакомства. И наш университет обладает широкой базой и для этого вида деятельности. Сегодня хотелось бы передать эстафету, надеемся, в ваши надежные руки, и пожелать вам чтить традиции родного вуза и помнить, что политех лучше всех. Теперь мы, студенты одного из самых престижных высших учебных заведений нашей страны. И не случайно, ведь, как уже было сказано, Политехнический университет. И ко мне представителей факультета автоматики и электромеханики. Представлено космос. Следующий факультет морской и авиационной техники. Сюда это дирижабль, который мы тоже отправим. Факультет материаловедения и высоких температурных технологий. Это ковш, из которого льется расплавленный металл. Факультет экономики, менеджмента и инноваций. Естественно, это евро. Факультет коммуникативных технологий. Самый женский факультет нашего университета. Инженерный физико-химический факультет. Это у нас кристаллическая решетка, автомобильный институт. Это колесо, которое тоже пополнит мировую энергию. Институт ядерной энергетики и технической физики. Это мирный атом. Институт радиоэлектроники и информационных технологий. Это единичка и ноль. И Институт промышленных технологий и машиностроения. Это шестеренка. Дорогие представители факультетов и институтов, прошу запустить шары в небо, тем самым пополнить мировую энергию. Спасибо вам! Спасибо вам! Ура! Ну что ж, дорогие друзья, сегодня впервые для вас, первокурсники, звучит гимн Нижегородского государственного технического университета. Пришел подростком, все было слезы и успех. Но
сумел помочь. Не позабыть мне форму те. Я инженер, ведь я закончил. Нижегородский политех, там не забыть твои ощади. Резервный грохот дискотек. Ты бурлящий летний лагерь, Нижегородский политех. Ты бурлящий летний лагерь, Нижегородский политех. С тобой народский политех, как быстро годы пролетают. Всего 5 лет, недолг лет, но мы тебя не забываем, Нижегородский политех. Как быстро время пролетает, но есть одна из всех утех, когда вас вместе собирает Нижегородский политех. Нижегородский политех.